Я знаю давно Георгия Сергеевича и могу характеризовать его как очень достойного человека, порядочного человека, человека, который прошел хорошую жизненную школу. Он петербуржец по сути своей, он здесь учился, работал хорошо, знает город. И главное, я знаю, что он очень любит город, очень хотел вернуться в город. Поэтому это не такое решение против воли, он воспринял это тоже как огромное доверие. И я прошу и вас, уважаемые коллеги, и поддерживать, и помогать в работе. Сегодня произошел такой символический акт, пост сдал, пост принял. Георгий Сергеевич приступил к исполнению своих обязанностей, и с сегодняшнего дня он исполняет обязанности губернатора. Еще раз.